Где учиться по направлениям IT, компьютерные науки и инженерное дело? Разбираю популярные страны, города и, конечно, программы. Я вам список, вы лайк и комментарий под видео, какой универ вам понравится больше всего. Давайте сначала отправимся в наш любимый Дубай, Арабские Эмираты. Многие выбирают этот город для жизни, инвестиций в недвижимость и просто классный отдых. Там такой офигенный вайб, скажем так. Но помимо всего этого, в Дубае есть отличные учебные заведения. Какие? Если вы не знаете, сейчас вот они будут. Middlesex University Dubai. Это корпус британского вуза. У меня на него есть подробный обзор. Если хотите, посмотрите на канале. Все полезные линки поставлю в описании. Какие есть программы здесь? Computer Engineering and Informatics. Business Information Systems. Computer System Engineering. Information Technology. Electronic Engineering. Cyber Security and Digital Forensics, Business Computing and Data Analytics. Стоимость обучения от 19 500 долларов за год. Все вообще цены будут за год обучения. Университет Harriet Watt. Еще один британский вуз в Дубае. Также есть подробный обзор и этого вуза на канале. Какие программы? Computer Science, Artificial Intelligence, Data Science, Cyber Security, Computer Games Programming, Computer Systems, Software Engineering. Стоимость так же, как и в предыдущем вузе. Кстати, насчет компьютерных программ есть очень классные в Малайзии. Университет APU. И ценник, кстати, в 2 раза ниже, чем здесь. Тоже можете посмотреть выпуск. University of Wollongong. Это австралийский вуз. Также есть подробный обзор этого вуза. Какие программы? Information Technology, Business Information Systems, Computer Science, Big Data, Cyber Security, Game and Mobile Development, разработка компьютерных игр и мобильных приложений. Стоимость такая же, как и в предыдущих. Birmingham University, Дубай. Очередные дубайские бритиши. Здесь можно учить компьютер инжиниринг, компьютер сайенс. Стоимость, правда, выше. Уже 30 000 долларов. Давайте летим прямым рейсом в Чикаго, США. Там я был в далеком 2020 году. Обалдеть, уже 4 года прошло. Полгода назад я, кстати, себе поставил американскую визу. Делал я это в Германии, во Франкфурте. Но это уже отдельная история. Если интересны визовые вопросы, заходи ко мне в телегу и инсту и задавай вопросы. Университеты. Какие университеты? University of Illinois at Chicago. Программа Computer Science, Computer Systems, Software Engineering, Computer Science and Design, Data Science, Business Analytics. Стоимость от 35 000 долларов. Oregon State University. Здесь можно учить Computer Science. Стоимость такая же. University of Buffalo. Здесь вообще есть такой предмет, как Computational Linguistics, Computer Engineering, Computer Science, Informational Technology and Management. Стоимость от 25 000 долларов за год. И еще одна английская страна какая? Рядом с Америкой, которая расположена, подсказочка. Канада. Саймон Фрейзер Университи. Программы. Applied Sciences, Computing Science, Engineering Science. Стоимость от 35 канадских долларов, а канадский доллар у нас меньше американского. University of Manitoba. Computer Science изучаем здесь и Computer Engineering. Стоимость 20. Кстати, очень неплохая цена. Австралия. Curtin University. Здесь мы изучаем Engineering, Computing Science. Стоимость от 35 австралийских долларов. Griffith University. Здесь мы изучаем Computer Science, Information Technology, Software Engineering, Cyber Security, Engineering. Стоимость от 35 000 австралийских долларов в год. Университет La Trobe. Здесь проходят Computer Science и Cyber Security. Также Information Technology. Стоимость от 35 000 долларов. Ну и, наконец, Великобритания. Здесь я для вас отобрал Манчестер Университи, где вы можете учить Computer Science Information Technology, и Бристольский университет Computer Science и Computer Science with Innovation. Ну и дальше мы уже с вами были в Бирмингеме, в Бирмингемском университете в Дубае. Есть еще и Бирмингемский университет, собственно говоря, в самой Англии. Здесь можно изучать Computer Science. Стоимость от 18 000 фунтов. И моя любимая Корея. Wonsan University. Здесь можно изучать Artificial Intelligence and Big Data. Стоимость программ от 15 000 американских долларов, включая проживание и питание. Классная цена, классная страна.
У меня, кстати, на нее будут отдельные выпуски на моем канале Егор Еремеев. Заходите, пожалуйста, подписывайтесь, смотрите. Там я делаю обзоры на страны и города, куда отправляюсь. Ну, а здесь, конечно же, если вам интересно образование за границей, это все здесь на Smaps Education. И постоянно полезная и интересная инфа публикуется в нашем телеграм-канале и у меня в инсте. Подписывайтесь и до скорых встреч!